Здравствуйте, дорогие зрители! Это гороскоп на 10 ноября 2023 года для всех знаков зодиака. Овен. Для вновь самое важное в жизни – работа. Вы с головой уходите в решение задач и проблем, которые там возникают. Почаще выбирайтесь за город на природу. Отдыхать обязательно надо, если не хотите раньше времени получить нервное истощение. Вместе с семьей ловите рыбу, собирайте грибы, а зимой катайтесь на лыжах и санках. Телец. День хорош у тельцов для дружеских встреч и общения с хорошими знакомыми. Ваши друзья могут помочь наметить пути дальнейшего роста. Возможны конфликты с родителями или другими родственниками. Не надо обострять отношения с близкими. Лучше займитесь самообразованием или самопознанием. Медитация и релакс – это то, что вам сейчас поможет вернуть душевное спокойствие. Близнецы. Весьма полезно будет для близнецов сохранить связь с теми, кто без всякой корысти помогал и поддерживал вас ранее. Сейчас наступило такое время, что вы вполне можете отдать долги. В семейных делах не все идеально, но вы стараетесь наладить отношения и готовы к диалогу. Надо немного подождать, и ваш супруг пойдет навстречу. В теплой семейной атмосфере вы решите сообща любые проблемы. Рак. Если вы будете трудиться над своим делом, то оно принесет такие плоды, о которых вы даже мечтать не могли. Несколько лет упорного труда, и вы достигнете того, что хотели. Этот день очень благоприятен для тех раков, кто любит возиться в огороде или саду. Все, что связано с природой, вам подходит в этот день для активного отдыха. Берегите руки от травм. Лев, вы сегодня весьма агрессивно настроены. Не терпите никакой критики. Слова львов обидны для окружающих. Все это неминуемо приведет к конфликту. Если вы не измените поведение, романтическое свидание тоже может закончиться ссорой. Виноваты будете вы. Нельзя выплескивать негатив на близких людей. Вам в этот день не следует пить спиртное. Дева. Вы сможете влиять на поведение других людей. Этому вас научат звезды. Ваши положительные качества очень ценит руководство, и вы имеете авторитет в коллективе. Вам могут предложить другую работу. Не спешите соглашаться. Взвесив все за и против, вы сможете принять правильное решение. Семейный бюджет не пострадает. Если вы откажетесь от предложения, близкие поймут и будут на вашей стороне. Весы. Весы могут заработать гастрит или язву желудка. Вы ведете неправильный образ жизни. Работаете почти без выходных. Не бываете на свежем воздухе. Питаетесь перекусами. Постоянно испытываете нервное напряжение, потому что дела не ладятся. Надо все менять, если не хотите оказаться на больничной койке. Скорпион. Ваше стремление всем навязать свою точку зрения негативно скажется на семье. Скорпионам надо проявлять больше уважения к людям и принимать чужое мнение, даже если оно не совпадает с вашим. По этой же причине возможно некоторое охлаждение в отношениях с любимым. На работе проявите больше старания, в семье уделите домашним внимание, и все у вас наладится. Стрелец. День у стрельцов подходит для переговоров с партнерами. Вы добьетесь успеха и сможете заключить очень выгодную сделку. Вы можете порадоваться вместе с близкими людьми. Они поддержат и похвалят. Вам приготовили неожиданный, но весьма приятный сюрприз. Не стоит очень уж сильно экономить. Купите своему близкому человеку что-то красивое и дорогое. Козерог. В этот день козерогам захочется побыть наедине с собой, привести в порядок мысли и дела, сделать уборку в квартире или в офисе на рабочем месте. Важно не погрузиться с головой в свои проблемы. Берегите здоровье, особенно нервы. От нервного напряжения возможны и другие заболевания. Отложите закаливание до лучших времен, пока достаточно просто не переохлаждаться. Водолей. День благоприятен у водолеев для оформления договоров. Положительные результаты не заставят себя долго ждать. Стоит подключить все связи для решения этих вопросов. В семье у вас затишье, каждый живет своей жизнью и не мешает другому. Надо найти больше точек соприкосновения. Можно вместе отправиться в гости или пригласить гостей к себе. Рыбы. Положение рыб весьма неустойчивое. В профессиональной сфере возможно увольнение в связи с сокращением штата сотрудников. В личной жизни тоже период полной неопределенности. Больше общайтесь с друзьями, коллегами и родными. Они подскажут, что делать, могут помочь найти другую работу или дадут дельный совет. На личном фронте ничьи советы не помогут.
Все зависит только от вас.